Всем привет! Меня зовут Ивана, и это мой первый день на YouTube-канале. Я решила попробовать показывать свои работы онлайн, так как я живу в маленьком городке, где некому показывать свои работы, негде рекламировать свои услуги. И вообще люди здесь живут просто, не заморачиваются насчет дизайнов и красивых работ. И не очень любят картины, то я решила попробовать показывать свои работы онлайн и также делать уроки онлайн бесплатно и платно и помочь создавать вам самим такие работы у себя дома. Вам не нужно никого к себе приглашать, я могу вам показать и подсказать, какие купить краски те, которые у вас, какие штукатурки и лак, воск, все, что необходимо, вы купите сами у себя. Никто вас не обманет с количеством, и вы сами будете создавать вот такие удивительные работы. Каждая работа наполняется энергией, которая будет в чем-то вам сопутствовать. Месяц желаний несет вибрации что-то творить и создавать. Поэтому он будет вам помогать своим образом посылать, добавлять вибрации положительных, и все, что вы задумаете, будет исполняться намного быстрее. Эта работа еще не законченная. Это полностью моя идея. Я придумывала, как ее делать. И с одной стороны, вечер, это как ночь, ночное небо. А с другой стороны, это день. День еще не закончен, как вы видите, облака еще я не закончила, потому что со мной случилась травма, и пока я не могу еще залазить на высоту. Но, тем не менее, эта работа уже играет, она уже работает. И вы можете точно такую сделать себе и даже лучше, только дайте мне знать. Сейчас я вам покажу еще одну картину. Она тоже создана для семьи, для карьеры и для успеха в любых начинаниях. Итак, успейте загадать желание. Посмотрите последний раз на этот месяц. И идем дальше. Эта картина имеет значение: карьера, дом, семья, деревья – это любой рост в начинаниях. Здесь вы увидите букву А, заглавная и маленькая. Это первая буква алфавита. Также мужчина, женщина – это семья. Часы. Это будет вам помогать давать вибрации на исполнение вашего желания. И также вот эта вот моя картина, я ее еще не закончила. Вчера с ней работала, она еще мокрая. Здесь используются не только краски, но и штукатурка. Эта картина будет для зоны карьера. В зону карьера нужно вешать вещи, которые знаменитые, или людей, с которых хочется брать пример. К ней будет прилагаться вот такая бутылка желаний. Бутылок желаний у меня много, и мне очень нравится их делать. На одну бутылку примерно уходит месяц работы. Это моя любимая. Я завязала этот узелок, не знаю как. Теперь я хочу на другой бутылке сделать, и у меня больше не получается. На ходу как-то он сам завязался, и так вот получилось очень интересно, красиво. Нужно так держать бутылку, она не падает. Берете ее в руку, концентрируете свое желание, что хотите, и в виде золотого шара отправляете внутрь. Открывать ее не нужно, это все происходит на тонком уровне. Вот. Ну, на сегодня пока все. И если есть вопросы, спрашивайте. А про бутылки желаний мы поговорим еще отдельно в другом ролике.